Своя кроватка у ребенка может быть с самого рождения. Но это в целях физической безопасности в первую очередь. Но вообще возраст, в котором можно уже отделять ребенка от мамы и приучать спать отдельно, это 6-9 месяцев, когда ребенок уже начинает самостоятельно переворачиваться и когда уже не требуется столь частого ночного кормления. Поэтому многие родители связывают этот момент, этот процесс с моментом, когда отучают от грудного вскармливания. Для того, чтобы родителям было удобно, можно убрать одну стенку кроватки малыша и пододвинуть ее к своей взрослой кровати. То есть вы находитесь рядом с ребенком, контролируете его сон. Самый оптимальный возраст для приучения к своей кровати – это 2-3 года. Когда у ребенка формируется чувство самостоятельности, когда он начинает говорить «я сам», «я взрослый». Психологи советуют, переезд в новую кроватку ребенка 2-3 лет может стать настоящим праздником. Если вы выберете ее вместе, вместе наполните новыми подушками, одеялами, игрушками, купите новую пижаму и белье, чтобы малыш осознал, это только мое пространство.